сегодня у нас целых три фифы. Я, Надежда Корнилова, Екатерина Туморин. И это творческий дуэт декоратора, самый, пожалуй, известный в Таллине. Я не совру совершенно. Вы очень любите... Добрый вечер. Добрый вечер. Все не забывают сказать. Добрый вечер. Вы оформляете множество разных мероприятий. И детские дни рождения, и какие-то корпоративы, юбилеи, свадьбы. Что вы любите больше всего делать? Что ну, мы делаем все, и сказать конкретно, никого не обидеть. Не хочется никого обидеть, потому что делаем мы и детские дни рождения. Ну, с одной стороны, это такие маленькие праздники, но в них вкладывается очень много души. И большие праздники, ну, безусловно, и свадьбы. Безусловно, мы любим свадьбы декорировать, потому что это волшебство. Это сказка, и, конечно, реализовать фантазии невесты, смотреть на счастливые глаза. Это, безусловно, главное в нашей работе, и свадьба – это особенное мероприятие. На детских днях рождения дети оценят все вот эти детали, мелочи, или они быстро сметут все со стола, даже не заметив это, потому что вот на свадьбе невеста все разглядит, за все потом пришлет, да, спасибо. Правда. Да, большое спасибо. Да. На самом деле считается, что детям особо нету дела до мелочей. Но мы с Надеждой все-таки стараемся делать акценты, которые специально предназначены для детей, чтобы им было хорошо. Понятное дело, если делается день рождения для маленьких малышей, это в основном родители делают для себя. Им хочется. А все-таки мы продумываем маленькие штучки, интересные. Если это подростки, это должно бросаться прежде всего им в глаза. И кажется, нам это пока удавалось. Дети оценивают. Что чаще бывает? Вы предлагаете идею заказчикам, или заказчик приходит и говорит: значит так, мой сын любит пластик, что там, не знаю, пластик. Не знаю, у меня дочка, да, поэтому да. Я понимаю, да. Роботы, я понимаю тебя, потому что да. У меня тоже дочка, мне тоже сложно. Я могу рассказать о роботах. Чья идея, как правило? Ну, приходит, конечно, мы спрашиваем первый вопрос, который задается, это, конечно, интересы ребенка, потому что они учитываются в первую очередь. Иначе, ну, для кого ты делаешь этот праздник? В первую очередь, конечно, учитываются интересы. А потом уже смотришь, как из этой идеи можно развить что-то интересное, что-то наше, что-то от мамы. И получается такой большой красивый праздник. Но в основном к нам обращаются за идеей, честно говоря. Ну зачем креативной птице, если чтобы самому креативить? Ну, они согласна, могут задать, да, может быть, общий тон какой-то, общий тон. Но, как правило, они сами спрашивают нас идею. Они нам говорят: ну, нравится вот это, но на ваше усмотрение. Это мы, конечно, любим больше всего. Я слежу за вами в Фейсбуке, слежу за вашим творчеством. У вас такой очень хороший, сплоченный союз, крепкий тандем. А может быть, все-таки вам кого-то не хватает? Нет, или творческим людям вообще всегда все хватает? Нет, мы всегда в поиске хороших творческих людей, которые могли бы, да, дополнить. Но в основном у нас пока что получается играть роль человека-оркестра. Как творческий тандем. Нам больше никого не нужно в наш тандем, в смысле, наш дуэт. Потому что мы настолько сработались, у нас такая гармония, что дело не в том, что третий лишний, ему придется очень долго вливаться, потому что у нас с Надей приходят мысли одновременно. Или одновременно. Да, это удивительно, да. Иногда на расстоянии мысли мы звоним друг другу, что получается мысль какая-то одинаковая приходит, идея какая-то одинаковая, и решение одно. Мы говорим в голос. У вас очень много хендмейда в работе. Вы все это делаете сами, ночами сидите, клеите, шьете, вырезаете? Пока да. Пока да. Пока. Вы этому учились где-то специально или просто умелые ручки? Очумелые ручки. Мы художники. Мы оба художники с образованием художественным. И то, что вот этот хендмейд присутствует, это мы бросаем себе вызов, мы учимся. Нам интересно это сделать на самом деле. Мы научимся, поставим на поток. Сейчас у нас уже, да, появились мысли, что нам нужна просто помощь, техническая руки, помощь. Нам нужны руки, мы сами не справляемся. Но изначально нам интересно все сделать самим, от и до процесса. Мы знаем точно, сколько что берет времени. Одним словом, нас не обмануть. Вы пришли не с пустыми руками, а с фотографиями. Я хотела бы их показать и телезрителям, и с вами обсудить. Вы оформляли студию этого плюс к Рождеству и к Новому году. Было очень приятно работать. Спасибо вам большое. Эта елка совершенно покорила мое сердце. О чем нельзя забывать, декорируя помещение, да, вот хотя бы к Новому году?
Но в первую очередь вы не должны забывать о том, что там будут находиться люди. Что, ну, во-первых, пространство должно быть организовано для людей. И, во-вторых, конечно, что в тему сюда включаются, подключаются сразу же свет, цвет, цвет стен, цвет пола. Тут очень много нюансов, которых мы изначально не знали, и которые мы в процессе, это что касается, можно сказать, творчества, изучили. Это что касается ТВ. Uh-huh. Здесь вообще очень много нюансов мы узнали, и опять же мы научились новым фишкам каким-то интересным. Это был такой незабываемый опыт. Мы теперь знаем, что такое первый план, и это очень круто. А что касается дома... Да, давайте про квартиры. Что касается дома, прежде всего, важно чувство праздника. Я, например, сумасшедший поклонник всяких лампочек. Вот люблю я много маленьких иллюминаций, тем лучше. Да. И не то чтобы это все сверкало, а особенно вот эти вот, как знаешь, инстинкты, свет создают. Много маленьких лампочек. Я не знаю, просто фанат. И пушистая елка, конечно, в доме, я считаю. А классические ошибки, которые допускают люди при декоре, можете их как-то перечислить? Или нет такого рейтинга? Сделать самому, ну, если человек понимает, что ему нужно, чего ему хочется конкретно, вот, то он сделает, мне кажется, в любом интерьере красиво и удобно. Да, и вот мы можем дать совет. Один маленький такой совет при оформлении дома. Когда вы выбираете цвет стен, в котором вы собираетесь прожить энное количество времени, а это, как правило, лет 7 точно. Да. Представьте себе, как вы будете каждый день просыпаться, засыпать в этой спальне. С черными обоями или с зелеными цветами на обоях. Люди вот на этом очень сильно попадают, потому что если вы красите в красный цвет, это у вас сегодня настроение. И обои с индейцами — это только сегодня. Угу. Через неделю вы полезете на эти обои и будете как котик их сдирать коготками. Потому что вот это единственное, наверное... Потому что мода, тренд — это такое... Давайте мы поговорим про классику. Если я говорю оформление, особенно детского дня рождения, у всех первая картинка — это воздушные шары. Угу. Это ушло уже в прошлое, это стало ретро или наоборот? Вот поначалу, Ваша картинка очень красивая. Поначалу мы исключали такие возможности и варианты праздников, когда нам приходилось... украшать бы шариками. Для нас это было тоже всегда таким: это не про нас. А потом, когда люди из праздника в праздник стали просить, все-таки детям нравятся шарики, они в восторге от вот этих вот надувных таких больших конструкций, которые... И сразу декора в помещении это тоже заполняет каким-то образом. Но мы решили, что... Как раз огоньки, про которые ты говорила. Да, это ленты. Мы решили, что надо все-таки внедрять каким-то образом, все-таки подступаться к этим шарам, и стали использовать бумагу. Ну, просто стали делать, мы как-то другой подход нашли. Покажем вам сейчас варианты декора, которые используются довольно часто, прикрепленные к шарикам. Да, это вот такие гирлянды из бумаги. Довольно просто, это может сделать каждый. Но в то же время это сделает ваш праздник с шарами, да, с теми же самыми. Ну, скажите честно, что у вас есть какая-то штука, которая вырезает эти кружочки, что-то не вы делаете ноженьками. Поначалу делали мы. Поначалу мы даже пытались взять. И я хотела сказать, декоратор. Да, это эти вырезать кружочки. Идеальный круг. Да. Конечно, и когда их надо вырезать 500 штук, это же безумие нет, просто. Нет, это специальные ножи, конечно, иначе бы мы это не стали бы делать. Да, это прелесть. Надо много. Сзади у нас как раз картинка, я хочу рассказать телезрителям, как вы придумали классную совершенно идею в одной коробке весь декор для дня рождения. Вы экономите мамам время, не нужно бегать по магазинам, купил коробку, все разложил, все красиво. Да, это наш пилотный проект такой, мы придумаем все вместе. Да, но мы должны обязательно сделать акцент, это не наше ноу-хау, это придумали не мы. Это существует уже проект, мы его модернизировали. Вы просто увидели про бьюти-боксы, ну это то же самое, когда косметику так рассылают. Бьюти-боксы, есть пати-боксы, но они другие. Ага. У нас цель такая: маму оставить в хорошем настроении. В праздничном. То есть это не просто декор мы даем, а мы здесь, вот вы видите, это вариант, наш клиент получает потом еще фотографию, схема, как видим мы. Угу. Накрытый это стол. Это можно поставить, расставить так, чтобы... И эта тема потрясающая. Вы приходите, у мамочек одно горе, 15 минут до дня рождения в детской комнате. Мамочка приходит,
И вот так вот все, что называется, мечет стаканы на стол. Это правда. Быстро, быстро, да. Быстро, быстро. И осталось только еду поставить, для которой тоже рассчитаны специальные подносы золотые. Все красиво. Вот. И мы на самом деле, это наша пилотная коробка, и появилась она после того, как клиент хотел заказать нас. А мы были заняты. И вот вы придумали такую смотовочку, да, выручалочку. Уговорили. И одна сейчас едет в Лондон. Вы не поверите, но наше время в эфире подошло к концу. Мы, казалось бы, вы только присели, и уже я вам говорю до свидания. Спасибо большое. Надежда Корнилова, Екатерина Тумурина.